Всем привет! С вами Светлана, и сегодняшнее мое видео о том, как я переношу сеянцы из семян, из перлита в грунт, а потом из грунта в большую емкость. Некоторые семена у меня растут в перлите, я об этом много раз рассказывала. Вот здесь вот, например, колиусы, которые мне прислали недавно. Вот таким образом они у меня потом растут, а потом отсюда нужно будет их перенести, распикировать в другой. Я, бывает, по одному пикирую, но если сейчас у меня очень много вот таких семян вырастает, поэтому я их сразу переношу как бы вместе все, а потом уже, когда они подрастут, начинаю их уже распикировать в стаканчики и в такую вот посуду. Меня просили очень многие об этом рассказать, как же я переношу. Я в одном из видео, по-моему, рассказывала. Ну, давайте сегодня еще раз я подробнее покажу, что у меня есть вот такие вот щипчики сточенные. Я делаю в земле луночку. Земля рыхлая, не сильно мокрая, пушистая. И аккуратненько вот стараюсь подцепить где-то снизу корешок, вытаскиваю растение вот таким образом и кладу вот сюда в землю вместе с перлитом и немножко вот так вот сверху прикапываю сразу же. Таким образом я показывала, как я пересаживаю маленькие кактусы. Вот так вот все аккуратненько это делается. Вот так вот выглядят эти сеянцы колиуса. Чтобы вас не утомлять, я пока отключаюсь. Вот я их все аккуратно сюда перенесла. Эти я перенесу вот в такие вот из-под торта коробки. Тут их два сорта, вот они разделены вот такой вот палочкой. Из коробки из-под сока вырезала вот такую вот лопаточку, которую мне будет удобно снимать и вот сюда пересаживать или переваливать, как удобно, вот эти вот все растения. Сбоку некоторые колиусы маленькие я расправляю. Вокруг вот здесь вот присыпаю землей. Теперь их нужно полить.
Первые два дня я не ставлю их на солнышко, на балконе. Они стоят у меня просто возле окна. Немножко подправлю те, которые упали, в тепличку. Эти поменьше, им нужно хотя бы недельку здесь постоять. Эти колеусы, когда они будут немножко подрастать, они очень густо посажены. Вот я буду первые, которые самые крупные, оттуда вырывать и отсаживать отдельно в стаканчики. И так по очереди, по мере роста, я их рассажу все. Кому оказалась полезной эта информация, ставьте лайки, подписывайтесь и ждите моих следующих видео.